Добрый день, друзья! Неделю назад я сняла видео про одинокого грача, который не улетел на юг вместе со своими сородичами, а остался зимовать в наших краях. Кто не видел это мое видео, посмотрите. Ссылку на него я оставлю внизу в описании под этим видео. Судьба одинокого грача заинтересовала людей. Некоторые мои подписчики попросили меня снять продолжение этой истории. Им интересно, что же будет дальше с грачом, как он переживет зимние холода. И вот на этой неделе я опять увидела грача в парке и сняла его немного на камеру. Наступила календарная зима, но еще сравнительно тепло. Снежок падает и почти сразу тает. В этот раз грач находился возле вагончиков работников парка. Он увлеченно клевал хлебную корку, не обращал на меня совершенно внимания. То есть без пропитания его не оставляют. И к людям уже он начинает привыкать. А недалеко от него находились подросшие котята черной кошки. Там вот справа за заборчиком. Я про них тоже вам рассказывала в предыдущем видео. И вот один котенок наблюдал за грачом, но близко к нему не подходил, опасался. Недалеко от того места, где завтракал грач, находился пенек от спиленного дерева. И вот я присела на пенек, чтобы мне было удобнее снимать, чтобы руки не дрожали. Все-таки было прохладно, руки замерзали. Но как только я уселась на пенек, это увидела кошка и тут же подбежала ко мне, чтобы я ее приласкала. А за ней прибежали и котята, и они спугнули грача. Грач перелетел на забор и уже оттуда наблюдал за кошками. Увидите там подальше. Вагончик, конечно, живописно разрисован местными подростками. Фон у съемок не особенно привлекательный, но это реалии небольшого провинциального городка. Я долго в парке не задержалась, снимала совсем немножко,
За грача я пока спокойна. Ему есть где обитать, есть что поесть. Будут морозы, посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, что все у него будет хорошо, мир не без добрых людей. И он сумеет найти себе теплое местечко, где можно пережить морозы. Всего доброго вам, друзья. До свидания и до новых встреч.